Инвестиционный форум состоится 6 апреля в Меге на Кангаласком Улусе. Субъекты малого и среднего бизнеса, заречных и центральных групп улусов встретятся в поселке Нижний Бестях в третий раз. С целью подготовки участников инвестфорума администрация Улуса совместно с финансово-экономическим институтом Северо-Восточного федерального университета проводит обучение для начинающих предпринимателей. Обучение пройдет в два этапа. Через две недели для будущих участников инвестфорума будет проведен еще один семинар, в котором разберут, как нужно представлять свой бизнес-проект. Сейчас вот как раз идет доклад о разработке бизнес-плана для коневодства. Вот это сегодня очень интересная и важная отрасль. И второй у нас доклад будет по предпринимательству в сфере коммунального хозяйства, лесопереработки, то есть промышленной переработки уже, в том числе даже и сельхозпродукции. Мы уделили бы больше внимания производству строительных материалов, производству переработки древесины, развитие услуг, сферы услуг. В этом направлении мы вот данную группу мы готовим в этом, именно по местному производству.